концертный зал под открытым небом. В среду на площади Пушкина выступили победители конкурса фестиваля «Славим Россию». Вот уже в 13-й раз в нашей области прошел этот конкурс. Все муниципалитеты, более 1000 человек приняли в нем участие. И в итоге у нас 60 лауреатов разных степеней и 6 обладателей звания Гран-при. Этот год для фестиваля особенный. Награждение победителей совпало с 100-м днем рождения губернии. Выступления участников гала-концерта стали символичным подарком текстильному краю. Окрасится небо. София эту песню посвятила своей малой родине – Приволжску. Исполнила ее так проникновенно, что жюри отдали ей гран-при конкурса в номинации «Вокал». Я считаю, что эта песня о красоте России, о том, какая она могучая, о том, какая она широкая. Что чувствуешь, вообще вспоминая о своей стране? Участие в конкурсе приняли более 1000 человек. Это не только вокалисты. На суд жюри представили танцевальные номера, театральные постановки, спектакли и даже стихи. Участники от малышей до ветеранов. Объединяет все конкурсные работы одно – любовь к родине, своей стране и краю. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.